перед началом данного ролика я хотел бы, чтобы вы ознакомились с данным видео и досмотрели его до конца, чтобы вы поняли функционал данного чита. Ну а мы продолжаем. Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, меня зовут GamerCraft TV. Ну и сегодня покажу новый скрипт на что, угадайте на что. Ну конечно же, вы, наверное, уже додумались, догадались, на Bed Wars. Да, на тот самый Bed Wars, который есть в Роблоксе. Итак, скрипт такой, не такой уж и крутой, не такой уж многофункциональный, но есть функции, которые, благодаря которым можете затащить катку, как бы вот, и вас не забанят, вот все эти дела. Итак, сейчас вам покажу скрипт, вот у меня уже есть меч, итак, запускаем его. Что мы делаем? Вот нажимаете execute, вот запускается чит. Так, к нам идет какой-то красный, надо его избить. А, нет, он не идет к нам. Короче, вот сам скрипт. Тут, конечно, есть много функций, но большинство них бесполезны. Но есть такая функция no fall damage. Давайте ее включим. Если мы будем большого расстояния или с большой высоты прыгать, мы не получим урон. Вот, для тех, кто не расшалит в английском. Также есть скрипт на Infinity Jump. Вы можете вот так, смотрите. Когда вы включите функцию, чтобы когда вы падали, вы не получали урон, то вы будете вот такой боженькой. Вот такой боженькой вы будете, видите? И урона нет, как видите, урона не нету. Итак, здесь что у нас еще есть на этом скрипте? Где он? Где скрипт? Так, скрипт это пропал. Так что запускаем новый. Итак, также здесь есть рендер Full Bright, это то есть полная яркость, FPS Boost, сами я не буду сжимать, Anti-Void. Anti-Void это типа анти-бездна, то есть вы по факту, если вы немного упадете в бездну, вы сможете спастись. Идет. Так, мы его убили, еле как успели. В общем-то, Night Mode, ночь. Типа, options anti-void jumping, чтобы они не попадали в anti-void текстуры, шейдеры, баги. Ну что ж, с вами был я, всем удачи и всем пока.